А спорим, ты не успеешь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик за 3 секунды. Давай проверим. Раз, два, три. Ну что, всем здрасте, и с вами Фонариголовы. Лучший друг унитаза Голового, любимый сын Сиреноголового дяди. В общем так, мне пришли плохие новости и хорошие новости. Но я сперва сяду на мотоцикл, чтобы уже поехать, потому что мне не терпится наказать нарушителей. Нарушителей я взял из комментариев, ведь кто-то писал в комментариях, что Сиреноголового не существует. Так, я даже остановлюсь для этого. Вы что, серьезно? Да я вам сейчас покажу, как это не существует. Фонариголового или Сиреноголового, да я вам сейчас покажу. Ладно, все, нужно успокоиться, сажусь обратно. Но кто-то писал комментарии, что Сиреноголовый существует. И вам я вас просто обожаю, ведь вы в меня верите. Так вот, сегодня очень прохладная погода. Надеюсь, у вас тоже такая же погода, как у меня здесь. Видите, у меня снег, я очень замерз. В общем так, значит вот что. Я буду ездить по домам и нарушителям, которые писали комментарии, что они не верят в Сиреноголовых, я им буду портить ихние дома. А те, кто писал, что они верят в Сиреноголовых, я им буду оставлять подарки. Так вот, сначала я еду к чуваку, который написал плохой комментарий. А потом я поеду к чуваку, который написал хороший комментарий, что Сиреноголовые существуют. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий оказался в моем видосике, вы должны обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Так вот, здесь живет, значит, вот видите домик, да? Здесь живет нарушитель, который написал. Ничего себе, им не холодно. Смотрите, ребята, они в шортах ходят. Так вот, вон там наверху живет чувак. Он думал, я ему не достану, но он не знал, что Сиреноголовый, то есть Фонариголовый, обладает супер-супер силой. Ага, попались. А, нет. Тот чувак другой. Это, наверное, его мама. Ну ладно, спустимся пониже, потому что он живет пониже. Вот здесь он живет. Он думает, что я его не нашел. А я его нашел. Так вот, берем оружку. Ну, для него будет достаточно пистолетика. Далее. Вот его окошечко. И сейчас я ему устрою. Так, подождите. Что такое? Точно, я вспомнил. У меня же не включены суперпули. А нет, у меня почему-то включены суперпули, но почему-то ничего не работает. Так, ладно. Попробуем другое оружие. Возможно, это оружие не хочет работать. Хорошо. Кто-то там... Кто-то там плачет. Наверное, очень боится меня. Очень. Не бойся, я тебя не буду трогать. Я тебя не буду стрелять и ничего тебе не причиню. Здесь живет нарушитель. Он прям под тобой. Так вот, мы сменим сейчас оружие и проверим. Так, у меня должны быть пули. Пули, которые горят. Почему они не горят? Ну ладно. Я тогда сделаю по-другому. Я просто подорву его дом. Так. Будь знать, как писать плохие комментарии под видео, что Сиреноголовых не существует. Ха-ха-ха. Посмотрите, как мы ему подпортили домик. Ну все. А теперь... Все, я ухожу, не бойся. Уходим быстрее, а то сейчас еще копов вызовет. Быстрее, валим отсюда, валим. Так. Так, сажусь на свой... Ой, походу уже копы приехали. Быстрее, убегаем, ребята! Убегаем. Так, все. Валим отсюда. А! Копы за нами едут. А теперь мы едем. Вот это очень холодно, конечно. Смотрите, к мальчику едет пожарные. Давайте посмотрим, как они будут тушить его дом. Хе-хе. Мало того, что мы там ему все подожгли, так они сейчас и водой там все зальют. Ну и посмотрим, как они туда-туда доберутся. Ведь у меня есть суперпрыжок, а у этих пожарных, я думаю, нет суперпрыжка. Но они... Так, они вообще туда не едут. Они сказали, это же тот нарушитель, который пишет плохие комментарии, поэтому они к нему не поехали. Вот мальчику не повезло.
мама его домой вернется и будет в шоке. Все стены, все измазано сиреноголовым взрывчатками. В общем так, едем теперь к девочке. Девочка писала комментарий, что я верю в сиреноголовых. Правильно, это правильный комментарий. Ну и чтобы я к ней поехал, естественно, нужно было поставить лайкосик, подписаться на канал и написать комментарий. Так, знаете что? Я предлагаю для девочки сделать супер подарок. Давайте ей подарим супер тачку. Ну, допустим, вот эта тачка не очень, а вот эта... Вау! Вот эту тачку мы подарим. Кстати, если я по пути увижу более красочную машину, допустим, красного цвета или розового специально для девочки, то я найду. Так, ну, надеюсь, девочка не сильно расстроится, ведь я сломал небольшое тут... Вот, видите, стекло немножечко сломал, надеюсь, она не расстроится, ведь тачка-то ездит, все в порядке. Так, дом ее находится вон там. Значит, мы скоро приедем. И это будет ей подарком. Я подарю ей вот эту тачку за то, что она верит в сиреноголовых. А вы, ребята, верите в сиреноголовых? Если вы хотите оказаться в видосике, и я вас либо доказал, либо к вам приехал и подарил подарок, тогда вы должны написать комментарий. Прямо сейчас напишите комментарий. А мы приехали уже к этой девочке. Вот здесь живет эта девочка. Нет, не здесь, вот здесь, следующий дом. Вот здесь. Это ее мама, видать. Смотрите, какую я вам тачку привез. У вас уже есть машина? Ну. Ой. Да. Очень бать. Смотрите, тут кошечка. Ладно. Мы, в общем, здесь тачку оставим и уходим. Девочка, в общем, ты, наверное, сразу же увидишь, вот тут машина будет, да? Если ты смотришь этот видосик, я тебе привез машину. Ну все, всем пока. С вами был Фонариголовый. Напишите комментарий срочно, ведь скоро выходит новый видосик. И в этом видосике я к вам приеду домой. Хе-хе-хе, с вами был Нубастер. И не забудь подписаться на канал и поставить лайкосик, и написать комментарий. Все, всем пока. Вполне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Сколько у меня голов, считай, я ленив, так что сам давай. Голов все хотят кушать, никого не хотят слушать. Голубы что делать не знают, и поэтому убегают. Я считаю то до 10, поставь лайк или беги. О-о-о, я многоголовый. О-о-о, я на все готовый. О-о-о, я многоголовый. О-о-о, я на все готовый. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Подпишись на канал, чувак. Поставь лайк, поставь лайк, и я улыбнусь. Можешь написать мне комментарий. Но если не умеешь писать, просто ставь лайк. Подпишись, друг, подпишись, подруга. Подпишитесь вместе на мой канал.